Перечитываю мемуары, наступившее утро кляня. Адмиралы и генералы за собою ведут меня. И под жесткую их командой в простирающемся огне я иду по такой громадной, по такой протяжной войне. От июня опять к июню, от Днепра и снова к Днепру я иду, летаю, воюю, все, что отдал, назад беру. Только где б я ни шел и не плавал, в Заполярье, в Крыму, у Двины, я всегда нахожусь на главном, самом главном фронте войны. Надо мною дымные хмары, я ни в чем судьбу не виню. Перечитываю мемуары, писем жду, друзей храню. По проселкам мотаюсь в джипе, в самолете связном горю. Признаю чужие ошибки и о собственных говорю. Контратаки и контрудары, арт-налеты и встречный бой. Перечитываю мемуары, год за годом, судьбу за судьбой. Марши, фланговые охваты, жизнь, помноженная на войну. Если авторы суховаты, я прощаю им эту вину. Было больше в них не писательского, а солдатского мастерства. Потому и отчизна жива. И нужны ли еще доказательства?